Массовые волнения, в ходе которых один человек погиб и еще трое получили ранения, разыгрались во вторник около здания сельсовета Альшан. Как рассказали сами участники событий, накануне сельский голова Андрей Литвинов повздорил на улице с местным подростком ромской национальности и ударил его. Родственники парня вступились и утром пришли к админзданию требовать объяснений. На стороне Литвинова выступили некоторые другие односельчане. Отец мужчины, бывший глава сельсовета Альшан, а ныне депутат облсовета от партии «Ведро», Андрей Литвинов и некие люди в черном, которые приехали на защиту самоуправленцев. Именно у них в руках оказалось оружие, говорят участники стычки, из которого они и начали стрелять в пришедших ромов. Один из них, 50-летний отец обиженного подростка, погиб на месте. Еще четверо оказались ранены. Кто стрелял, говорит защитник пострадавших Максим Корниенко, люди видели, но никто по подозрению в убийстве пока не задержан. Потерпевшие вчера опознали и указали конкретно лицо, кто это совершил. Почему не задержан эти лица, непонятно. В прокуратуре подтверждают, подозрение в совершении убийства действительно пока никому не предъявлено. Но оружие, а речь идет все-таки о применении огнестрельного, выявлено. Сейчас по нему назначены экспертизы. При этом три человека, в том числе депутат облсовета Алексей Литвинов, все же задержаны. Им предъявлено подозрение в хулиганстве. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения. В прокуратуре настаивают на содержании под стражей. Все трое местные жители 65-го, 74-го, 79-го года народження. Один з них – це депутат обласної ради від партії «Відродження». Можу сказати, що перші 208 статті, тобто перші затримані, були оформлені сьогодні о 5 ранку. Тобто слідче управління поліції і процесуальні керівники-прокурори працювали всю ніч. Третій затриманий депутат був оформлений вже після обіду. На даний час всі троє не дають зізнавальних показів, але поки що і не відмовляються співпрацювати зі слідством. При этом правоохранители говорят, что они на данный момент не видят повода для открытия уголовного производства по статье «Нарушение равноправия граждан по национальным мотивам». Хотя сами ромы уверяют, конфликт разгорелся именно из-за того, что руководство постсовета угрожало выселить их общину из Альшан, где они проживают уже несколько десятилетий. Отец на следующий день позвонил и говорит: давайте мы решим этот вопрос. Позвонил Литвину старшему. Давайте мы решим этот вопрос. Он говорит: хорошо, приезжайте, но до этого был такой посыл: цыгане, мы вас отсюда выселим. И он говорит: собирай своих цыган и приезжайте сюда. Люди приехали, дальше эти события, которые мы знаем все. На данный час у нас немає будь-яких доказів того, що цей конфлікт був, тривав довгий час і що він має національне підґрунтя. У нас є дві статті Кримінального кодексу України. 296-та – це хуліганство, та 115-та – це вбивство. І якщо ви звернули увагу, пункт 7 частини 2 статті 115-ї – це вбивство з хуліганських мотивів. Что касается главы постсовета Андрея Литвинова, из-за которого, по сути дела, разгорелся конфликт, то сегодня он прессе ситуацию не комментировал, а накануне своей вины тоже не признавал и говорил, что находится в шоке от происходящего. Марина Николаева, Оксана Нечипаренко, агентство телевидения «Новости».